выбираем медицинские сервисы, онлайн-консультация, записаться. Вот так легко и просто можно записаться к врачу онлайн. У Анжелы Крыловой появилась аллергия с неприятными симптомами. Запись в поликлинику была только через 2 недели. Подруга посоветовала обратиться к медицинскому специалисту через онлайн-сервис Сберздоровья. И уже через пару часов по видеосвязи врач дал все необходимые рекомендации. Она мне дала хорошую развернутую консультацию, подсказала, чем убрать симптомы. И я осталась очень довольна. Это экономит время нахождения на записи к врачам, а также большой плюс есть в том, что можно получить несколько мнений сразу врачей. Да? То есть не одно мнение, а тут же можно и второе. И принять для себя лучший вариант. Консультироваться с врачами онлайн через компьютер или мобильное приложение можно 24/7 из любого места, где есть интернет. Ждать ответа долго не придется. На сервисе доступны онлайн-консультации с дежурным терапевтом или педиатром и запись к врачам более 40 специальностей, которые посмотрят ваши анализы, снимки, выслушают и скажут, какие решения нужно предпринять. Врачи у нас предоставляют консультации абсолютно разных направлений. И узкие специалисты – это врачи с 10-летним стажем. И их качество консультации подтверждено Первым медицинским государственным университетом имени Сеченова. Треть посещений врача в поликлиниках совершают пациенты с хроническими заболеваниями. Ровно столько же вопросов можно решить с помощью беседы. Телемедицина повышает качество медицинских консультаций. Весь прием при необходимости может быть записан и просмотрен повторно. У нас достаточно строгий отбор. Все доктора проходят тестирование профессиональных знаний, которые включают в том числе открытые вопросы, позволяющие понять, как кандидат умеет формулировать свои мысли. Чтобы оформить доступ к онлайн-медицине, достаточно прийти в любое отделение банка. Такие услуги стали особенно востребованы во время пандемии коронавируса. И вместе с остальными онлайн-сервисами прочно вошли в нашу каждодневную жизнь. Евгений Шиповский, Вячеслав Казаков, Андрей Ткачук, Новости Прима.